имея образование художника, иногда, чтобы на пальцах долго не объяснять идею, мне проще нарисовать эскиз макияжа, известного в богеме визажистов как фейс-чарт. Готовые образцы – это не ко мне, я рисую в моменте. Периодически использую косметику, ватные палочки, подушечки пальцев и вчерашние воспоминания игристого. Вместо тона использовал пудру от Belor Design, голубые глаза, как синего моря, и карандашом от Романова Makeup подчеркнул контур глаза, выполняя растушевку и каял. Как известно, дыма без огня не бывает, так что тени поберегу для съемок и воспользуюсь любимой техникой, точнее полупродуктом игристого послевкусия, и выполняю мою классическую дымку, делая широкую растушевку по горизонтали. И несмотря на бумажное творчество, прорисовку бровей возложу на продукты арт-визаж и как бы играючи выполняю все этапы моего бровоблудия. Холодные розовые румяна идеально вписываются в мою концепцию бокала игристого, и для создания объема я часто использую более темный, но теплый оттенок из палетки эстрада и сглаживаю овал воображаемого лица по контуру. Визуально, чтобы сохранить баланс, губы я предпочту более светлые, так сказать, нудовые страсти во всей красе, а вот фиксация не сегодня. Подписать и показать концепцию, так сказать, авторского творчества не откажусь. Поверьте, рисовать намного проще, чем вы думаете. Впрочем, я предпочитаю женские лица.